Вы планируете участвовать в выборах губернатора? Какой-то сложный вопрос. Я сегодня на этот счет сказал бы следующим образом. Мы живем с вами в гражданском обществе. Наше общество, оно гражданско-правовое. И каждый житель, каждый человек может принимать участие в выборах, в том числе и губернатора. В то же время я относительно себя сказал бы, что я член партии. Но в то же время, до сегодняшнего дня, до заданного вами вопроса, я таких планов у себя в голове точно не выношу. И я точно бы хотел связать себя в дальнейшем с нашей дорогой, любимой Липецкой областью. Я родился, вырос, я здесь воспитывался, я здесь всю свою сознательную жизнь работал. Мне очень приятно видеть эти все процессы преображения, преобразования, созидания. Поэтому, ну, в то же время отвечу философски. Никогда не говори никогда.